будет зависеть ее оценка за короткую программу. Отлично. Хорошее начало. Каскад из двух тройных тулупов. Теперь нужен такой же, также исполненный тройной лутц. И с этим элементом она справляется. Эмоции появились. Совсем другое настроение у фигуриста. Но впереди еще двойной Естественно, довольно, но просто молодец. Правда, на двойном акселе был не самый лучший выезд, но тем не менее и с этим прыжком она справилась, не скрывает своей радости. Но вот когда получается все в самом начале программы и настроение, с которым она исполняла свою короткую, было соответствующим. Но я думаю, что все это может вылиться. Ну, Евгений Рукавицын, конечно же, доволен. Все идет к тому, что она сейчас получит самые высшие баллы в своей карьере за короткую программу. Здесь все очень чисто было исполнено. Два тройных тулупа. И хороший лутц тройной. Не просто открывать соревнования, то есть выступать первой. Но Мария справилась. Смотрю, самая высокая оценка, если брать компоненты, оценка за интерпретацию 6,64 балла. А ее личный рекорд в короткой программе 51,88 балла. Ну,
вот за это вращение поставили и плюс арбитры, и уровень высокий, четвертый уровень. Вот два заключительных вращения, все четвертого уровня. .38. Конечно, все довольны. Она не просто...